Приветствую тебя. Я решил вступить в ряды звездных десантников. Это путь с нуля. Мой путь. Давай посмотрим, куда он меня приведет. Играю впервые. Так что не обессудь. Все настройки графики на максимуме. Вот, собственно, настройки. Так. Выбор сервера, я думаю, пинг лучше всего вот здесь. Потому что остальные все американские. Это что, обучалочка? Давай начнем с нее. Все-таки курс молодого бойца никто не отменял. Так, построй, в общем, базу. Это симуляция виртуальной реальности. В общем, экипируй снарягу, которая тебе позволит строить. Ну и, собственно, строй. Выбери отряд. Пусть будет... Ночной кошмар. Хочу тогда за саппорта. Кстати, я посмотрел предварительно классы, не играл, но классы я посмотрел. На удивление, мне саппорты не особо, конечно, нравятся, но в этой игре предварительно, вот, ну, посмотрим мои ощущения непосредственно в игре, но предварительно мне очень понравился саппорт. В общем, она приветствует в обучении. Сейчас я настрою мышку, ее скорость. Так, здесь можно просто пополнить боезапас. Выходим в мир. Значит, нажимаем B. И... Видимо, удерживать. Да, надо ее удерживать, левую кнопку мыши. И вот таким образом происходит строительство. Кстати, у этого класса есть... ну, у каждого класса здесь есть абилки. Я бы назвал их скиллами. Видимо, то есть активные способности. И, собственно, пассивные перки. В общем, перки и обилки разблокируются по мере прокачки персонажа. Может быть, у меня еще нет этого перка на ускоренное строительство, я не знаю. Так, тут, значит, добывается какой-то ресурс. Кристаллы, видимо, вот эти. Типа среднюю кнопку надо нажать или что? А, нужно ее активировать. Удерживаем F. О, как. И что, они будут где-то вываливаться или что? А, тут отсчет обратный. Типа, наверное, куда-то вот сюда или вот... Ого, как. Он выпадет. Этот кристалл или что-то еще. Сейчас посмотрим, как это вообще произойдет-то. Так. А, вот сюда. Забираем канистру. Да, возвращаем это на основную базу. Я видел, что там... О, количество ресурсов пополнилось. Видимо, эти ресурсы нужны на строительство. Значит, опять активируем строительство и... Значит, нажимаем на R, и это переключение, значит, меню. То есть сначала вот это стоит, эта починка, чтобы свои постройки ремонтировать. Еще раз на R, это именно строительство чего-либо. Вот нам надо, видимо, кейс с боеприпасами построить. Ну, давайте их построим, например, я не знаю, где-нибудь вот здесь. Теперь нужно построить стену. Значит, на QE выбор. Ну, давай построим стену теперь, хорошо. А, на правильной стороной-то?
А, вот, можно вращать на среднюю кнопку мыши. Значит, давайте, допустим, стеной прикроем вот эту нашу базу. Ать. И... Блин, я бы здесь ворота сделал. Так что давай вторую стену вот здесь. Блин, а зачем я здесь заморачиваюсь? Это же просто обучение. Не спрашивайте. Так, все, переход в режим Nair. Да, я правильно. И вот так вот уже строим. В режим ремонта. Он же режим строительства. И построить небольшие ворота. Так. Где тут у меня ворота? Вот, small gate. Их надо развернуть вот так. О, а, наверное, можно ускорить, что ли, строительство? Или они... Не совсем я понял, но ладно. Построить башню. Кстати, можно вот открыть. Так, башню. Такую, что ли? Ну, конечно, наша... Ресурс, наша основная база должна быть защищена. Я не знаю, лестница тут потребуется. Сейчас узнаем. Вам тоже обучалочка будет полезна, потому что не все же играют, и чтобы вы вообще понимали, что тут происходит. Так, еще бункер построить. Наверное, рядом с базой, я не знаю, типа для защиты или что-то. Это мне напомнило первую серию в новой анимешке, как же она называется? Не Аяска, а как-то так. Well done, так. Ну чё? Главный квест, реквест я выполнил. Новые приказы. Move it to the LZ, troopers. Hustle up. Эвакуация успешна. На борту один. Что ж, прошел обучалочку. Можно там, видимо, задержаться было, еще со всяким поэкспериментировать. Но... Так, вот, собственно, наш этот самый. У меня тут никакие перки еще не открыты. Вот, скиллы тоже все заблочено. Оружие есть, снайперка пока что у единственного, у саппорта именно, очень странно. В общем, давайте начнем. Сложность. Максимальная, герой Федерации еще не готова, ветеран тяжелая. И... Так. Быстрая игра. Среднее время минута 30. 1 из 16. Так, пошла загрузка. Что-то довольно быстро. Я где-то секунд 10 только прождал. Ну, много достаточно людей играет в эту игру. Говорят, что она намного круче всяких Left 4 Dead и прочее, потому что там 4 игрока, либо 8. А здесь, ну, и 16. И... Ну, это ранний доступ, конечно. Опять же, много еще будет обновляться, добавляться, так что... We go live to planet Falaka. The mobile infantry ready to engage against the bug menace. Так, наступайте и защитите. Когда обезопасите типа территорию, надо будет защищать. Так, это выбор, собственно. Все уже тоже распределяются. Давай в ночной кошмар. Давай я саппортом буду. HQ wants an assault and secure op, Brimstone 1. We get in, secure our regions and move to the next objective in order. Let's hit them hard and fast. Fire out. AO is secure. Keep the pace, Brimstone 1. Let's reload and push forward. No letting up now. Я его могу, Томми? Нет, это Томми. Это Томми.
Warning. Arachnid Только не Томми. Ни хера себе, я Томми поднял. Да? Ай, просто ой, они громкие. Суперный театр. Я хотел настройки, и меня сразу вырубили. Так, нужно потише Томми сделать. Так, убавил Томми на 50%. Кто там это стреляет? А, это жуки, точно, я фильм помню. Ёпта! Нифига себе, они хардкорные, у меня сколько, два раза... Ещё по мне прилетело. Чё за фигня? Истекаю кровью. Угроза этих жуков вырастает, типа, со временем. Ну, хардкорно. Так, меня отвлекли. Но я вернулся. Ух ты. Причем я вернулся, и нужно перезаряжаться. Ну, спауню тут, конечно, далече. Так, тут эти строят. Нихера себе. Они стреляют по нам. И рушат наши эти... структуры, так сказать. Так, наверное, стоит здесь тоже какие-то стены или ворота, типа. Давай большие ворота здесь поставим. Почему-то не могу. Может, вот так вот? О. Так, эти гады наступают. Так, забаррикадировал. Отдача такая неплохая. Ух ты, там один. Его зажало. Йо. Меня кислотной хренью какой-то атакуют. Йо. Разрушили. Да блин, вообще не убежишь от них. Жуть. Все, типа умер. You are dead. И что это, типа надо ждать только... А, где-то зареспаунило. Капец. Ёпта. Как мне в бункер войти, долбаный? Охереть. Вот на тап карта.
Охереть. Так, меня подняли. Так, ладно, отступаем. Да, они тут везде. Они куцают, кажется, основную эту хрень. О, умный человек запрыгнул. Все, все, они разрушили эту хрень. Капец. Все, возрождение типа отсутствует, вы умерли и все. Ну, кстати, я что-то даже прокачал. В общем, я какого-то дрона могу спаунить, который будет ближайших союзников поднимать. Надо разобраться, как это делать. И типа канистры какие-то дополнительные с ресурсами переносить. Вот тут показано, типа, мои пытаются убежать. Какие-то его преследуют. Но он не смог. Охренеть. Какой-то хитрожопый бежит один. Чё-то... О, ни хрена себе, он залез, блин. Ого. Ничего себе. Так, он решил пробежаться. О, нифига себе, у него реактивная хрень есть. Звездный десантник Жека со стажем. Кстати, у игры даже есть изи античит. Хотя это ПВЕ, но все равно. О, он похитрожопому. Добежал, добежал. Один. Один только, да. Он говорит... Простите меня, друзья. Типа, что он всех кинул. Точнее, наверное, больше просто никто не выжил. Поражение. Он эвакуировался, но в целом мы проиграли. Цели поставленные не достигнуты. Опыт, значит, за бой, за поддержку. Тут за разные штуки опыт начисляется. Убито дронов. Убито воинов. Это этих, что ли, жуков? Поднятие союзника больше всего дало 30 опыта, нифига. А, вот, мне на втором уровне уже я смогу с оптикой разблочить еще что-то. Хотя тут... Их так много, что, может, оптика и не нужна особо. Так. Ну, я на последнем месте, по-моему. Ну, первый раз неплохо. Но мой отряд на втором месте в целом. Неплохой отряд. Так, а что, если не quick play, а вот эту вот выбрать? Так, давай посмотрим. Нифига себе, только 58 опыта из 1000. Тут пати до 16 человек. Это то есть можно вообще именно знакомых 16 набрать. То есть целый сервер, считай. Ну вот, прокачал больше половины. Хотя я фигово там отыграл. Ну, первый раз. Для первого раза круто. Короче, заходил в игру, там было в ней 9000 человек. Сейчас уже 11 с лишним. Онлайн растет. Наверное, вот это вот второй тип игры, на который я щелкнул, это именно чтобы с нуля, с самого начала... играть, а вот этот quick play быстро, это, то есть уже игра, которая даже давно началась, я могу типа к ней войти, если там кто-то ливнул. Но вот сейчас долго ищет, дольше, чем минута 30, уже, вон, вы сами видите, 2 минуты 40. Так, ладно, 5 минут ждать это уж слишком, пусть будет быстрая игра. И давайте сложность лоховскую поставим. Рекрут.
Там написано, что сниженная жизнь и урон от арахнидов. Хотя, блин, да ну нахер, давай сразу на максималке только играть. Чё, это поиск игры не работал, я ее перезапустить решил. Просто я думаю, ну, а смысл, да, на легком, допустим, даже если я выживу, во-первых, не факт, но даже если, типа, я буду приучаться не к тому, там другие тайминги, меньше урона, какие-то ошибки прощаются, и получается, что я буду привыкать играть не совсем так, как нужно. А тут сразу как бы хардкор, да, сразу максимальные страдания и унижения, но зато как бы ты сразу учишься. Ну, короче, не знаю. Лучше не повторяйте это в домашних условиях. Лучше играйте на легкой или средней. А, нет, оптика есть и у другого. Смотри-ка, у штурмовика тоже есть оптика. Вот меня кот закинуло. По быстрой игре. Так, инициализация новостей. Там они типа брифинг такой, вкратце говорят. We go live to planet Falaka, the mobile infantry ready to engage against the bug menace. В общем, вроде такое же задание захватить и обеспечить безопасность. Команды полные. Так, а вот эти значки, это что, типа саппорт или кто-то еще? Давай за демонов в этот раз. Опять я буду оператора прокачивать. HQ wants an assault and secure op, Brimstone 1. We get in, secure our regions, and move to the next objective in order. Let's hit them hard and fast. Fire out. Так. Так. Мы, видимо, захватили какую-то территорию. Тут идет добыча. И периодически вылезают эти жуки. Так, а как мне дрона? Во, нажал на C. Вот это вот мой дрон, по идее. Он бесконечно будет или у него тайминг какой-то? Любопытно. На 3, видимо, это хилка. Что-то они сбегали на базу, теперь бегут обратно. Ну-ка, если я спрыгну здесь, ничего мне не будет. Ой, не, немножко урона потерял, но тут у них супер костюмы. Так, наконец-то я зашел. Бункер. Да, дрон до сих пор летает. Отдача ничего так. Видимо, эту хрень надо захватывать или что? А, ёпта. Да кто? Да блин! Зараза, капец. Охереть, опять на меня. Так, а бот меня не подымет, а бот меня, кажется, подымает. Капец. И что тут делать теперь? Fire out.
Так, наверное, надо все-таки что-то мне построить. А, вон там ближайшая территория, где я что-то могу строить. А, или я ни хрена здесь не могу строить. Вдвоем быстрее. Может, мне еще бонусы какие-то дадут за это постройку. Вот здесь уже начинают застраиваться. Какие-то супер... Я не знаю, что это такое. Они тут понаставили какие-то... Хрен поймешь. Это не я даже понаставил, но я буду это строить. Чтобы посмотреть, что это за хрень. Да. Бункеры, что ли? А, ну тут вышка, понятно. А тут вот эту хрень тоже какую-то можно построить. Это, видимо... О, это турель какая-то, слушай. Вот турели я люблю. Это типа такая Tower Defense. Так как мне вот туда бы допрыгнуть? Блин. Ну, может быть, вот так вот. Только я, по-моему, такую крутую хрень с турелями не могу еще строить. Да, вот, турелька какую-то я могу строить. Но она 4000 стоит, видимо, у меня нету. Хотя странно, почему? То у меня, у нас 52000. Почему, какого хрена не могу строить? А, максимальное количество, потому что достигнуто. Уже, блин, понастроили. Вон там, да, 4 из 4 типа есть. И показано, сколько остальных структур. Типа, слишком... Здесь вот, наверное, надо заблочить. А, здесь заблочено. А как мне чинить-то? Так. А, нельзя чинить, наверное, короче, пока... А, или можно. Да, когда атакуют прям, нельзя чинить. Вот. А когда не атакуют, то можно. О-о-о. Что-то жестко. Давай, давай, стреляйте, падла. Ну-ка, попробовать им помочь. О! Не могу, не могу. Ёпта! Ай, хереть, меня убили. Я не могу залезть. Кто тут понастроил так? Так, еле откачался. Надо ремонтировать. А это сложно сделать. Я, смотри, моя дольше всех продержалась. Все уничтожили, кроме этой хрени, где я нахожусь. Охренеть, я обойму в него выпустил. Короче, мне надо ремонтить.
Да, блин, отгоните их. Так, хотя бы что-то я отремонтил. Не могу. Ух ты, ни хера себе. Ух ты, ё. Кажись, это ГГ. Все, я не могу. Вот, смог, смог. Да, инженер, видите, как важен. Благодаря тому, что я ремонтирую до последнего, мои держатся. Можно ремонтировать постройки разрушенные. Зараза, ну тут вообще нереально. Как с этим быть-то? Ой-ой-ой-ой, я что, последний остался? Я последний, походу, остался. Все, меня убили. А мои то ли отступили, то ли их всех насливали. Охереть, они, короче, бьют, и ты... Не похоже, что мы отступили. Там мы были в окружении, их, скорее всего, всех порешали. Но мы очень долго выживали. По-моему, какие-то даже цели выполнили именно благодаря тому, что я долго строил. Но, может быть, это... Я просто пытаюсь себя похвалить. Так, вы мертвы. Все, типа нельзя. Но эвакуация... Успешно. Победа. Первая победа. Вот смотри, не зря я так заморачивался. О, миссия выполнена, 250 опыта. Бой 77. Поддержка, ни хрена себе мне за поддержку дали. Второй уровень, почти третий сразу. Я разблочил даже какую-то хрень с оптикой. Правда, нафиг она нужна, потому что основное время ты это... Так. Ну вот этот вот в бою себе набил. У меня почему-то поддержка не такая уж и большая. Отряд мой на предпоследнем месте. Но нас всего двое в отряде, блин. В остальных-то там... Для двоих это неплохо. Перки только с 4 уровня станут доступны. А может, скиллы хотя бы какие-то? Нет. А, ну зато вот это вот с оптикой доступно. Отлично. Пока больше ничего не доступно. Хорошо, идем далее. Ну блин, на максималке, по крайней мере, миссия выполнена. Пусть наш персонаж погиб, но... О, нифига себе, смотри, у меня, сколько я сразу забустил, 725 опыта из 1000, то есть почти второй уровень в целом глобально получил. Хотелось бы, конечно, больше этих турелек строить, и вот еще такой вопрос. We go live to planet Falaka. Elite deep space vanguard troopers deploy state-of-the-art subsurface scanners to find the bug hives. Вопрос, собственно, тот, кто поставил турельку, ему какие-то очки начисляются? Или нет?
Так, я один в своей собственной команде. Вот тут какая-то ночь, но освещение неплохое. Ого. Кажется, миссия только началась. Вначале тут вообще ни хрена строить, да, нельзя? Look alive, Brimstone One. We have incoming threats. Mission is a go. Ой, тут friendly fire есть, по-моему. Well done, Brimstone One. Proceed on to your next target after rearming. Fire out. Ёпта, меня убили, даже не понял кто. Ну, со снайперки, конечно, тут херово. Вот, вот этот чел как-то залез грамотно, вот надо к нему. Там еще один падл. Arachnid threat levels are on the rise. Stay frosty, troopers. Fleet signal booster has been set. Secure the location around the booster. Да, если позиции знать, если занимать, то довольно неплохо. Он там свой упал. Наверное, прицел таким большим становится, типа, когда ты убиваешь окончательно жука. Когда попадание там просто такое, как... Во, вот сейчас вот убил. Поменьше, конечно, боезапас у этой пушки, наверное. О, ни хрена себе, патроны закончились. Но я тут не могу построить этот... Зато пистолет есть. Он не точный, конечно. Ух ты. А бот тоже стреляет, что ли, немножко? Похоже на то, что стреляет. Ёп, это чё? А кто? У жуков тоже какие-то снайпера есть. А, там жуки какие-то, падлы, они стреляют, капец. Да, у жуков какая-то хрень. Ой, бота моего разрушили или нет? Да кто? Чем надо как-то со своими держаться, я еще не привык. Патронами, конечно, накладно. А, вон там написано, где патроны есть. Да блин, я только патроны подобрал. Давай, 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 давай. О, у меня же грена есть, ну-ка. Да как? Они сквозь бункер, что ли, бьют?
Че он такой здоровый? Так, меня ремонтировать эту хрень уже? Или нету тут friendly fire, не понимаю. Кто дымовуху кинул, ни хера не видно. Так, я бота запустил в медицинского. Мы горим. Кажись, отбились. Good capture, Brimstone One. Next objective is now available. Rearm and move to the next objective location. Fire out. Так. Arc is secure. Resources are available. Move it, Brimstone One. That base isn't gonna build itself. Be advised, sensors indicate a rapid threat levels have risen. Это называется стрельба на вскидку. Грена. Ой, да, по своим. Тут как-то он не показывается, ну ладно. Все. База. Да господи. Payload has been delivered. Brimstone 1 have the arc. Vulture 1 returning to base. Так, делаю тогда я эту пушку. Ой, а пушка она что, рушит типа? Чё он рушит-то? Охренеть, взял, разрушил. Базу. Так, ну я хотя бы одну пушку здесь установил. Пусть будет. Я тут наустанавливал тоже до хрена всего. И не только стены, но и так, чтобы можно было на них забраться. Hello? Hello? Arc has been fired. Data from the seismic pulse looks good. Expect a horde inbound to your location. ETA, now. Так, моя пушка работает. Ух ты. Какая-то хрень здоровая. Блин, меня чуть не убили. Чиню. Ни хрена себе. Йо! Откройте! Грёбаные ворота! Warning.
Охренеть. Так, еле залез. Так, и строить ни хрена уже нельзя. Ремонтирую базу, но в это время они точат меня. Так, в общем, я афкашил, но мои тут держатся. Даже эвакуироваться пытаются. Но что-то их не эвакуируют, хотя уже многие на борту, так сказать. О, нифига себе, у него там базука. О, базука. Так, все, они эвакуировались. 7 из 7 на борту, 7, видимо, погибло. Да, нас 14 как раз было, половина погибла. Он Джека. О, победили даже. Ну-ка. Ну, выполнение миссии, бой. Да, я в этот раз настрелял так неплохо. И за поддержку много дали. Кстати, вот интересно, за поддержку. А, я какого-то супербосса одного убил, за него 50. Какого-то гранадера за него 100. А, ну да, там большой такой здоровый. Поднятие союзников многих поднял. Видимо, бот мой поднял. Потому что я исцеление союзников немного. И благодарочки, видимо, от союзников совсем немного. Неплохо, третий левел. Ну, даже вот 41 я набрал как саппорт, неплохо, потому что эти в моей команде, они, для сравнения, они не саппорты, но они больше забой набирают. У меня какой-то перк, причем не по порядку разблочился. Типа... А, это потому что уже экипирован. Дополнительная... Ну, боеприпасы, в общем, перезаряжает. Но не перезаряжает гранаты и... утилиты. Да, вот перк, чтобы в два раза быстрее ремонтировать и строить, еще у меня его нету. А, вот по гранатам, типа кулдаун грен. Видимо, грены появляются еще по КД, что ли? На 10 левеле будет меньше этот КД. Также вот скорость передвижения на 1.5 выше. Ну ладно, другие классы немножко тоже попробую. Второй ранг, кстати, глобально получил. Так, давай вот в первую самую команду возьму вот этого бастиона. Типа... Опа. Brimstone 1, this is an assault and secure mission. Our objective is to set up a base and тоже у него скилл интересный. Слушай, а что, они тоже строить могут, что ли? Тут все, что ли, могут строить, получается? Тогда смысл в классе поддержки, типа, только быстрее, чтобы строительство происходило? Интересно. Ладно, в общем, надо удержать эту точку. Меня похоцало, походу, потому что я находился в зоне вот этой хрени, которая появилась. ХП само восстанавливается, если ты урон не получаешь. Вот у меня сейчас начало. Но медленно очень. Так, тут сейчас вот эта вот хрень будет готова. Ну-ка, я ее возьму, может. Но я не успею, наверное, я не помню, как там. Кто-то взял. О, да, вот это вот носи, это вот это именно защита. Ой. Да, меня замочили. Они пробили мою защиту. Потому что там вот эти вот мудаки, которые издалека херачат какой-то хренью тоже, они типа стреляют. Но меня кто-то поднять пытается. А, ну там вот, да, эти жуки, видите, они так херачат, что пипец. Там не подымешь даже. Блин, с такой дистанции хрен. О, одного убил. Опять эти падлы по мне. Блин, да, вот эти жуки, которые стреляют, это капец. А, вот он тащит, типа, сюда. Они загружают сюда вот эту хрень. И банки выкидываются.
После этого типа территория считается защищенной. Loaded up with the payload. Vulture one on the way. Clear the drop zone. Ну тут вот лучше, да, со снайперки стрелять с этой позиции, наверное. Ни хрена себе, он бежит быстро. Как вылезти из этой херни, еще раз C нажать? О, я забрал эту хрень. Так, ее надо сюда, что ли, положить? Или наоборот, или что? Куда ее тащить? А, на базу, наверное. Йо, так мне прикрытие нужно. Охренеть, где прикрытие? Использую вот этого в качестве прикрытия. Мне просто интересно, насколько дают больше, когда ты вот эту хрень выполняешь. Очков там же будет сколько-то написано. Вот я одну притащил. Приседание работает как режим. То есть нажал, и он присел. Не обязательно удерживать. Чуть все быстрее меня бегают. В чем прикол? Наверное, прокачанные. Да, я также могу строить. Надо же базу защитить. Только что-то мне не дают последнюю. Кто, блин, их где воткнул? Не там, где надо. Йо! Грену кинул. Все, убили сразу, потому что этого бота нету, ну, робота, который тебя поднимает постоянно будет. Хотя можно потом возродиться, как оказалось. Так, а нам там, блин, разносят базу, а никто не ремонтирует. Охренеть. Так, один тут одного поднял, и того, кто... Тот, кто поднимал, его теперь положили, а этот убежал. Все, убили. Так, 6 улетело, 10 погибло. Но, типа, цели не выполнены, все равно поражение. Сейчас мне интересно, сколько опыта дают и всякой фигни. Меньше, короче, чем за саппорта. Ну, сразу второй уровень, конечно, я получил, но все равно. Так. Ну и побольше наубивал. Сейчас попробую этот самый первый класс. У него как раз есть вот это вот, что можно взлетать. Наверное, выживаемость повысит. И плюс скорость передвижения быстрее. Ну, короче, пока что вот этот второй класс, типа, тяжелое, ну, такое, ситуационное. Там даже вот этот вокруг защиты, которая, она не везде строится. То есть на лестнице там еще где-то резко бац, и она просто не срабатывает. И тебя все равно быстро стреляющие жуки пилят. Сейчас этот класс попробую. Инженер пока что больше понравился. Сейчас самый первый класс пробую. Инженер больше понравился, потому что у него выживаемость выше. И бот постоянно тебя поднимает, еще и союзников дополнительно, и ты зарабатываешь очки и всякое такое. О, вот я взлетел сейчас и, кажется, выжил. Благодаря этому. Надо удерживать Си, чтобы выше лететь. А не просто один раз нажал, значит, они невысоко подбросят. Да, этот рюкзак, конечно, он очень быстро, у него КД, и он помогает очень быстро менять позиции. Выживать помогает прям вообще. Но это я просто не туда залез резко, там моих не было. А так, он меня до этого очень много раз спас, прям вообще круто.
Шифтом глючит иногда этот ранец, может в обновах исправят, но если ты на шифте бежишь, ранец используешь, он типа как будто вообще не это, не применяется часто. Так, я тут куда-то, короче, подлетел. Вот прикол, о, походу тут как в текстурах или нет? Вот интересно. А вот, допустим, отсюда вот туда вот еще подлететь. Где тут база-то основная? И оттуда всех отстреливать, мудаков. Ну, единственное, там боеприпас, конечно, закончится, но... Сначала надо вот на эти залезть. Так. Так. О! О, огонь же. Единственное, действительно, может боеприпасов не хватить просто. Так, все, я наверху. Ой, я даже вот на эту вот хрень залез. Отсюда вообще все видно. Шикарно. Главное вот этих сносить, которые, падлы, стреляют. Ой, да, убили. Убили все-таки. Но это я слишком в наглую залез, но я оттуда достаточно долго отстреливался. Но меня тут, наверное, никто не подымет. Это надо в пати играть, чтобы здесь такой точки словно подняли. Сюда инженеры даже не... Медики даже не заберутся. Но если... Я сейчас попробую, если я успею воскреснуть, как-нибудь аккуратно поиграть. Вот, респаун рядом. Надо опять как-то туда забраться, блин. Так, грену еще кинул, ну-ка. Да, неплохо. Да, я вот здесь живу невероятно долго. Наверное, я сейчас эвакуируюсь. Смогу эвакуироваться. Все, теперь надо эвакуироваться, да. Мы типа выполнили задачу. А куда эвакуироваться-то, куда бежать? А, готовиться пока, готовимся. Короче, все, я все патроны израсходовал. Так, куда? Туда? Тут, короче, если погибнешь, то все, как я понимаю. Ёпта! Да, надо беречь на последний случай. Ууу! Неужели я добежал? Капец. Каким-то образом я добежал. Боеприпасов вообще нету. А, точно, вот здесь вот можно же взять. Граната не... А, граната КД. О, это погибнуть можно все равно напоследок. Лучше так не стоять. Но я думаю, выживем. Надо минуту продержаться, типа. Сложно тут, конечно, стрелять так, чтобы своих не попадать. Ну, эвакуация. Успешно. Меня отхилили. Неплохо. 10 из 10 на борту максимально. Победа. Ну да, вот здесь вот больше всех получается настрелять за счет этого ранца, который подпрыгивает. И за счет... Да, миссия 500 галды. Я еще выжил. Бой очень много настрелял. Сразу второй уровень. Третий уровень. Почти третий уровень. Сколько не хватило? 21 очка. Да, вот этот класс, конечно, самый пока что... О, я на первом месте или на втором даже, охренеть. На втором, получается. При том, что я капрал, а не сержант, я круче, короче. Третий ранг. Да, вот почти третий уровень. Вот моя винтовка, вот новую, которую экипировать. Правда, урона поменьше, но зато